Территория строительства дамбы Хинамизавы. Когда плачут цикады. Автобусная остановка Хинамизава. Кейчи. Хинамизава, Шишибон, деревня. 12 мая 1983 года. Тишина, хорошо, садитесь. Ай, сватте. Кто?
Кто это сделал? Сато-катян? Да? Ведь это ты сделала. Это не я. Рика-тян? Да? Пожалуйста, скажи, кто это сделал? Я не знаю. Рена-тян? Да? Ты сегодня дежуришь? Я еще не слышала утреннего приветствия. Да. Встать. Поклон. Доброе утро. Садитесь. Сегодня я хочу представить вам нового ученика этой школы. Я Майбара Кейчи. Я приехал из Токио. Рад знакомству. Приятно познакомиться. Хорошо, можешь занять вон то свободное место. Идет. Я Санадзаки Мион. Я староста класса, рада знакомству. Месяцем позже. Вот. О, спасибо. Я уехал. Счастливого пути. Куда это Кейчи? Сегодня его друзья из школы показывают ему окрестности. Значит, он уже освоился. Раньше он так часто говорил: «Я хочу домой». Мы слишком сильно за него волновались. Вот почему. Ты зря беспокоишься. Дети очень сильные. Если их слишком баловать, они теряют эту способность. Как вкусно! Это ты придумала? Нет. Рена-тян научила меня. Рена-тян? А, из класса Кейчи. В этой деревне все взрослые дети такие добрые. Даже слишком немного. К тому же, ты нашел пейзаж, который хотел, так что нарисуй много прекрасных картин. Куда это ты? Население Хиномизавы 200 тысяч человек. Зимний ветер очень силен, а транспортная система ужасна. Но никто и никогда не покидал деревню. Почему? Потому что все любят эту деревню. Съедобные растения, грибы, ягоды. Вода в Хиномизаве на вкус лучшая в Японии. Родиться и умереть здесь – это высшее счастье, по мнению жителей деревни. Кейтян, это Онигафучи. А, Онигафучи.
Большое! Точно! Здесь также есть легендарный круг. Хочешь прийти сюда еще раз? Здесь есть нечто невероятно интересное. Было бы здорово. Здесь опасно, и нам сказали не играть здесь. Ты всегда так говоришь. Что это? Это святыня для того, чтобы успокоить демона. Демона? Давным-давно был демон, родившийся в этой деревне. Это легенда о нем. Вот почему озеро называется Нигафучи. Но это место прекрасное. Духовная святыня Хинамизавы выше. Храм Фуруде. Кетян, ты такой медленный, шевелись уже. Не бегите так быстро. Я больше не могу. В следующее воскресенье в храме пройдет фестиваль. Ясно. Ты здесь впервые, так что должен помолиться. Правильно. Я не буду. Мне это неинтересно. Ты так не можешь. Ты обязан поприветствовать Аяширо сама. Все нормально, я не участвую в религиозных делах. Ты не можешь так поступать. Если ты не поприветствуешь Ояширу сама, ты будешь проклят. Мы говорим это для твоего же блага. Раз я здесь, я должен поступать так же, как и вы. Хорошо. Не делай так! Я расскажу, как надо! Да что с вами? Кетян! Вот как надо приветствовать Аяширо сама. Расправь руки. Теперь сложи их вот так. Поклонись. Давайте повторим еще раз. Поставь руки перед грудью. Поклонись. Хлопни в ладоши. Поклонись. Запомнил? Да. Вы так часто говорите Аяширо сама, так кто это? Он охраняет деревню. Эта деревня всегда охранялась Аяширо сама. Почему ты так одета? Потому что Рика прислуживает в храме Фуруде. Ты знал об этом? Фуруде Рика. Храм Фуруде? О, понял. Идем. Жители деревни всегда высоко чтили и прислушивались к Аяширо сама. Теперь понял? Это Сайгуден. А что внутри? Важные для Аяширо сама вещи. О, звучит интересно. Нельзя туда заходить. Вот что было сказано. Если ты заглянешь внутрь, будешь проклят. Я подниму. Спасибо. Ты так добр.
Не туда, так что... Пока. Бай-бай. Мион. Что такое? Спасибо за то, что показал окрестности деревни. Рантян, пока. Береги себя. Рена, тебе тоже. Спасибо. Я впервые так гулял. Было весело. Не говори так. Я думаю, все очень рады, что ты приехал. Я тоже рада. Надпись на знаке «Не мусорить». Это гора сокровищ. Гора сокровищ? Люди продолжают выбрасывать мусор сюда. Митян тоже выбрасывает. Но для меня это гора сокровищ с большим числом интересных вещей. Здесь много вещей из других частей страны. Поразительно. Изначально здесь была стройплощадка. Стройка? Точно. Здесь строили дамбу. Дамбу? Какую дамбу? Хинамизава оказалась бы под водой, если бы дамбу построили. Это правда? Но строительство было остановлено. И я очень рада. Это строительство. Томитаки-сан. Ты напугал меня. Прости. Вы двое так романтично смотрелись на фоне заката. У тебя все в порядке, Рена? Да? А тебя, я, кажется, раньше не видел. Он новый ученик? Майба Кичикун. Он приехал из Токио. О, из Токио. Я удивлен твоему переезду в деревню. Меня зовут Томитаки. О, точно, Кичикун. Подожди, пожалуйста. Но неужели ты не боишься приходить в такое место, Рена-тян? Говорят, руку так и не нашли, верно? Руку? Ты не знал? Здесь произошло жестокое убийство. Говорят, 4 года назад тело начальника стройки нашли расчлененное. И до сих пор не нашли его правую руку. Когда начали строить дамбу в Хинамизаве, жители выступили против. Потому что по другую сторону был унесенный Онигафучи из Шишидо. Онигафучи из Шишидо? Верно. Один из тех, кто защищал других, даже если те умирали. Тех, кто там работал, сильно порицали.
В то время, то, что случилось. Ренатиан, ты уже закончила поиски своих сокровищ? Да, понятно. Что ж, пока не зашло солнце, я должен сделать еще несколько фотографий. Пока. Увидимся. До завтра. Этот человек, фотограф? Да. Он фотографирует природу здесь. Он часто тут бывает, так что все его знают. Странный он. Рена, что это за ужасный предмет? Постарайся не навредить ему, хорошо? Хорошо. Вот, спасение завершено. Я так рада. Тебе больше нечего бояться. Теперь ты не одинок. Спасибо. Рене. Ты знаешь? Что-нибудь о том, что здесь произошло? Это правда? Я не знаю. Понятно. Сегодня было весело. Точно. Теперь я лучше знаю окрестности. Я рад за тебя. Не правда ли это замечательно? Тринадцатое июня. Какого? Ты положил слишком много вещей, Кейтиан. Все, больше ничего не поместится. Хорошо. Спасибо. Сатоши, он уже закончил школу? Эй, Мион! Он перевелся. Сатоши-кун. Кейчан, не хочешь вечером пойти на рыбалку? Звучит здорово! Доктор, я уже закончила с сегодняшним пациентом. Такано-сан, ты можешь идти. Ты ведь обещала, верно? Да, прошу меня извинить. Тогда я пошла. Эй, Мион, что такое? Рене так не нравится та свалка? Может, потому что там много странных вещей?
странных вещей. Ты знаешь, я слышал, там произошло убийство. Это правда? Кто тебе это сказал? Человек по имени Томитаки-сан. Это тот случай, когда убили начальника. Этого не было. Кейтян, ты не должен волноваться из-за рассказов разных чужаков. Я ведь тоже чужак. Кажется, что-то есть. Плохо дело. Не так. Надо приложить все усилия и тянуть. Сильнее. Это что-то крупное. Кейтян, ты должен постараться. Я и так... Почти. Черт. Как мы старались, должно быть огромное. Мион. Мия-сан. Добрый день. А, ты не новый ли ученик? А, да, верно. Это Мия-сан, она работает медсестрой в клинике. Рада знакомству, я Танака Мия. Тоже рад. Так ты переехал в деревню? Пожалуй, можно так сказать. Понятно, я рада. Недавно заходил твой отец, он художник, верно? Он попросил меня стать моделью для его работ. Вот как. Мой отец очень стеснительный. Мио-сан, что ты делаешь здесь? Просто гуляю. Мне нравится это место. Отсюда начинается Онигафучи, верно? Тогда в следующий раз Кейчи-кун должен увидеть клинику. Хорошо, я приду. Она милая, не так ли? Что-то не так? Территория строительства дамбы Хинамизавы. Плановый комитет города принял решение производить электроэнергию на турбинах дамбы. Девятнадцатое июня. Это Анаги. Анаги? Если ты ничего не выиграешь, то будешь наказан. Мы спишем тебя всего. Да. Мы
Договорились. Кейтиан, какое изумительное личико. Вот вы где. Томитаки-сан позвал меня. Привет, Кейчи. Привет, Сатака. Кейчи, спасибо, что выслушал в прошлый раз. Что с лицом? Молчи. Приготовились? Эй, Кейчи-кун, улыбнись. Снимаю. 1+1. 2. Почему недовольное выражение лица? Почему недовольное выражение лица? Рикотян, великолепно. Это ритуал в честь Аяширо-сама. Аяширо-сама жил долгое время в деревне, успокаивая демонов. И с тех пор он всегда защищает жителей деревни. Даруй свои скрытые благодарности, люди омывают свои руки. Это называется ритуалом Ватанагаши. Вот как. Так, мне нужно в туалет. Где он? Что ты говоришь? Аяширо сама рассердится? Это ничего не меняет. Кейчи-кун, туалет рядом с Сейгуден. Спасибо. Как вода воняет. Что это такое? Это поразительно.
Все в точности, как и было описано. Джиро-сан, быстро сделай несколько фотографий. Да. А это правильно? У меня такое чувство, что я буду серьезно наказан. Восхитительно. В прошлом этим пользовались. Кейчи-кун, ты знаешь об истории ритуала Ватанагаши? Истории? Нет, не знаю. Человека. Человека? В прошлом этим разрезали человека на части. Инструментами из этой комнаты. Хинамизаве. В деревне был демон, чье имя, как уже говорилось, некто с кровью демона. И без сердцебиения. Раз в год он убивал человека и съедал его, разрывая на части труп. Он может съесть любого. Вот что на самом деле означает ритуал Ватанагаши. Четыре года назад начальник строительства дамбы был убит. Ты об этом слышал, так? Это было только начало. Начало? На следующий год произошел еще один случай. Сообщили, что мужчина сорвался с обрыва. А его жена пропала без вести. Эта пара — родители Сатока Тян. Сатока? Еще один случай произошел на следующий год. Служитель храма Фуруде внезапно умер. Причина смерти так и не была установлена. Позднее его жена утопилась. Храм Фуруде! В этом храме Эрика Тян. А в прошлом году женщина была забита до смерти. И сделавший это человек исчез. Это был брат Сатока Тян. Его имя? Сатоши-кун. Сатоши, он окончил школу недавно? Проклятие Аяширо-сама? Вот что сказали жители деревни.
Из-за того, что все случаи были связаны с теми, кто работал на строительстве дамбы, или с теми, кто был за строительство? Тех, кто хотели построить дамбу, чтобы затопить деревню, жители считали предателями. В этой спокойной деревеньке на самом деле такие ужасные ритуалы. И, возможно, жители сами этого не понимают. Такано-сан изучила все инциденты. Каждый год это происходит в ночь фестиваля Ватанагаши. Кейчи-кун, думаешь, это совпадение? Вы хотите сказать? В деревне происходит нечто очень странное. Нет сомнений, готовится жертвоприношение. Кто именно будет принесен в жертву? Другими словами, что-то произойдет сегодня ночью, Кейчи-кун. Этой ночью? Почему ты здесь, Кейчи-кун? Где-то в горах нашел туалет. Нехорошо мешать свиданию, Мио-сан. Мы вернемся на фестиваль. Не будем вам мешать. Идем. Кейчи-кун! Давай как-нибудь снова встретимся, поговорим в спокойной обстановке. Увидимся. Пока. Идем быстрее. 20 июня. Простите, что заставили вас ждать. Вот моя бара, Кейчи-кун. Здравствуй. Я Аиши, полиция Киномии. Майбара-сан, Майбара. О, прошу простить. Майбара-сан. Ты вчера виделся с Томитаки, ведь так? Да. По поводу Томитаки-сан. По правде говоря, он мертв. Примерно здесь. Он разрывал себе горло. И умер. Не может быть. Но почему? Я пытаюсь понять, зачем он это сделал. И к тому же, прошлой ночью они с Такано Мио-сан пробрались в храм. Ведь так? Да. Такано Мио-сан пропала прошлой ночью. Давай как-нибудь снова встретимся, поговорим в спокойной обстановке. Кейтян!
О чем ты разговаривал с учителем Чи? Она так внезапно тебя вызвала? Ничего важного. Что ж, спасибо, что ответил на вопросы. И кое-что еще. Я бы хотел, чтобы ты никому не говорил все, о чем мы разговаривали. В особенности твоим друзьям. Почему? Эти случаи могут быть не связаны с деревней. А в худшем случае жители могут быть теми, кто это сделал. Но это, конечно, худший вариант. Что вы хотите сказать? Двое пробрались в храм прошлой ночью. Этот слух тебе известен? Поэтому они были прокляты Аяширы-сама. И он разозлился. Маэбара-сан, ты слышал о Хёдзё Сатоши-кун из твоего класса? Нет, я на самом деле о нем ничего не знаю. В прошлом году на фестивале Ватанагаши Сатоши-кун неожиданно исчез, и никому не известно, жив ли он. Ты уже уходишь? Да, я что-то плохо себя чувствую. Наверное, это простуда. Понятно. Кейчи-кун. Кейчи-кун. Что-то случилось? Вот, держи. Если ты намокнешь, то точно простудишься. Так о чем ты говорил во время ланча, Кейчи-кун? Да ничего особенного. Это никак с вами не связано. Мы же друзья. Так что ты можешь доверять нам и рассказывать все. Сатоши-кун. Где он? Почему ты спрашиваешь? Превосходно. Ты не можешь мне это рассказать, так? Ты сказала, что не знаешь о случившемся во время строительства дамбы, не так ли? Но там действительно было происшествие. Ты не можешь мне рассказать? Я не думала, что это... Нет, ты знала. Ты все от меня скрывала. И поэтому... Не смей говорить, что мы друзья! Что ж... А что насчет Кейчи-куна? Кейчи-кун, ты ведь скрываешь кое-что от всех. Кейчи-кун, с кем ты говорил? Как я уже и говорил, это была учитель Чи. Лжешь! Кейчи-кун, у тебя также есть вещи, которые ты скрываешь от других.
Рена? Того, с кем ты разговаривал, зовут... Оиши-сан? Полицейский? Как ты на нас смотришь? У тебя с этим проблема, Мэйбора? Не смотри на нас таким взглядом. Почему ты ничего не сделал, Мэйбора? Почему ты молчишь? Ты смеешься надо мной, Мэйбора? О чем же ты думаешь? Я никогда не могла понять. Кичи! Что ты хотел доказать, бросив школу? Айшира сама всегда защищал деревню. О чем ты разговаривал с учителем Чии? Лжешь! Кейчи, звонят из магазина в Акиномии. Айш-сан, я уже ухожу. Мэбара-сан, извини, что звоню тебе домой. Я не хотел волновать твою семью, поэтому пришлось соврать, что я из книжного магазина. Что вам нужно? Мэйбора-сан, я хочу, чтобы ты помогал мне. Помочь? Чем? Я не мог сказать тебе этого в школе. Во-первых, будь осторожен с Саназаки Мион-сан. Мион? Да. Семья Мион-сан была одной из нескольких руководивших акциями протеста против строительства дамбы 4 года назад. И во-вторых, аккуратнее с Рюгу Реной. Рена? Мать Рюгу Рены переехала, и сейчас Рена живет со своим отцом. Чтобы ты знал, она уехала из Киномизавы и вдруг вернулась в прошлом году. Она кое-что натворила в той школе. Бежим! Как горячо! Айошира сама!
Прости меня! Мне так жаль. Аяширо сама. Кажется, она продолжала повторять Аяширо сама, уже будучи в клинике. Еще она говорила, что Аяширо сама постоянно смотрит на нее. Вы хотите сказать, что Рена и Мион замешаны в этом деле? Нет, если я так скажу, то получится, что ты меня неправильно понял. Даже несмотря на то, что они молоды. Присматривай за ними. Вы просите меня шпионить за ними? Это было бы проблематично, если бы ты называл это так. Я просто хочу, чтобы ты был осторожен с ними. В общем, это все. А, и еще. Рена Тян ушла домой? Рена? О чем ты говоришь? Рена Тян зашла и поднялась наверх? Ты что, еще не проснулся? Рена Тян очень беспокоилась за тебя, ты же плохо себя чувствуешь. Что-нибудь произошло в школе? Июня. Кабинет врача. Это просто накопившаяся усталость. Майбара-сан, перед фестивалем ты сказал, что был на похоронах в Токио, да? Да. Моего родственника. Даже просто смена окружающей тебя обстановки с большей вероятностью могла привести к ухудшению твоего самочувствия. Тот случай мог и не отразиться на тебе. Понятно. Стакана-сан, все в порядке. Ты был с ней в ночь фестиваля? Ты что-нибудь знаешь? Нет. Я ничего не знаю. Вот как. Майбара-сан, кое-что могло произойти, но... Это очень маловероятно. Если вдруг заметишь изменение своего состояния, сообщи мне незамедлительно. Хорошо. Акинамия. Ясно. И как ты? Я в порядке. Я простудился слегка. Понятно. С
Я начну с плохих новостей. Сейчас мы ищем доказательства тому, что найденный труп принадлежит Такана Мию-сан. Ты, кажется, плохо выглядишь, Майбара-сан. С тобой точно все в порядке? Это проклятие? Все, кто был проклят Айеширой сама, были убиты, ведь так? У Тамитаки-сан много синяков на руке, а по какой-то причине. Вероятнее всего, рядом с ним кто-то был. Например, он мог находиться под действием наркотических веществ. Перед смертью он разрывал себе горло. И продолжал, пока не умер. Ты думаешь, существует бог, который сделал такое? Тогда кто? Если они правда вошли в храм той ночью, это то, чего, по мнению жителей, не должно было случаться никогда. А тогда двое зашли в храм. Тамитаке и Такана-сан, вероятнее всего, уже не могли бы быть прощены. До меня дошел еще один слух. Был еще один, кто пробрался в здание в ту ночь вместе с Тамитаке-сан и Такана-сан. Майбара-сан, ты что-нибудь знаешь об этом человеке? Нет. Я ничего не знаю. Извините. Теперь давай закажем еду. Я потерял дорогого мне друга в этих происшествиях. Пожалуйста, верь мне и скажи правду, Майбара-сан. Пока проклятие Айеширы-сама не вернулось. Я дома.
Мы ненадолго уехали, береги себя. Что такое? Ты хорошо выглядишь? Я беспокоилась за тебя. Как твоя простуда? Эй, а куда ушли твои родители? Мы видели их недавно. Вот, держи. Наш подарок тебе. Особые ахаги моей бабушки. И я сделала одну из них. Тебе нужно постараться угадать, какую из них сделала Рена. Если ты отгадаешь, мы дадим тебе подарок. Спасибо. Я как раз проголодался. Кейчи-кун, а куда ты ходил? Ведь ты же болеешь. В ресторане Окиномии она видела кого-то похожего на тебя, говорившего с каким-то человеком. Это ведь неправда, да? Да, я... А? Ты, кажется, побледнел. Теперь пойдем домой. Да. Кейчи-кун, поправляйся скорее. Приходи завтра в школу. Идет? Да, хорошо. Увидимся. Завтра расскажешь, какую из них сделала я. Если ошибешься, будешь наказан. Так, какой из них сделала Рена? Это легко, вот этот. Двадцать второе июня.
Сатоши. Сатоши! Что же ты знал? Сатоши-кун! Начал также размахивать битой. Так же, как и ты. И... Сатоши-кун перестал разговаривать с людьми. Вот как. Сатоши был в той же ситуации, как и я. Просто немного похоже. В той же. Благодаря вам. Пожалуй. Сатоши-куна любили все. Даже несмотря на это, Сатоши-кун вдруг начал сомневаться в нас. И перевелся, так? Но это же ложь, так? Никуда он не переводился. Сатоши неожиданно исчез после Ватанагаши. Он просто был где-то убит, и теперь никто не может найти тело. И убит был кем-то из приближенных Каяширо. Не говори так! Сатоши-кун не умер! Хватит лгать! Я знаю. Проклятие и все это... Избавляйтесь от людей, которые вам не верят. Все в деревне напуганы. Да, мы все напуганы. Люди в деревне напуганы проклятием Аяширо-сама. Каждый год в ночь на Ватанагаши они придумали правило, что мы можем убивать любого, кто враждебен деревне. И так из года в год. И... Сатоши-кун должен был стать следующим, в соответствии с правилом. Почему? Почему? Сатоши-кун не сделал ничего плохого. Он отличался от тебя. Что я сделал плохого? Что ты сделал плохого? Все знают, что ты пробрался в храм в ту ночь. За то, что ты сделал, вполне естественно, что тебя хотят убить. Так ты не делал ничего плохого? Не смеши! Само собой, ты будешь убит. Ты для него легкая добыча. Неважно, сколько ты будешь бороться. Он убьет тебя во что бы то ни стало. Ты... на самом деле... Мион. Ты станешь всего лишь жертвоприношением Аяширо-сама. Привет, это мама. С тобой все в порядке? У нас много...
Сегодня мы не сможем вернуться. Мне так жаль. Не забудь пообедать. А, это Аиши. Буду рад, если ты мне перезвонишь. Мне интересно, что ты думаешь по этому поводу? В любом случае, скажу тебе, было установлено, что смерть Такана Мию-сан наступила задолго до фестиваля Ватанагаши. Что ж, мы не понимаем, что происходит. В общем, Майбара-сан, что я хочу сказать? Это значит, что она была уже мертва, когда ты встретил ее той ночью. Поэтому... Майбара-сан, я должен с тобой встретиться. Как можно скорее. Что со мной? Да что же это такое? Ты узнал, какое хаги было приготовлено мною? А? Б? Или С? Какое же из них? Мне так интересно. Кейчи-кун! Почему же ты не открываешь? Кейчи-кун! Кейчи-кун, открой! Кейчи-кун, пожалуйста, открой! Я умоляю тебя, открой! Кейчи-кун, умоляю! Кейчи-кун, я умоляю тебя, открой! Прошу! Что случилось? Пусти! Хватит! Кейчи-кун! Твоей мамы ведь нет? Давай пообедаем вместе! Хватит! Перестань! Больно, Кейчи-кун! Прошу, открой! Уходи отсюда! Не приходи сюда никогда! Поняла? Я поняла! Поняла! Открой, пожалуйста!
Вот и... все, верно? Почему все случилось именно так? Что пошло не так? Ты наконец-то проснулся? Я рада. Рена? Кейчи-кун? У тебя был сильный жар. Я за тебя очень волновалась. О, ты проснулся! Я рада! Вы... Что это было? Кейчи-кун, видимо, тебе приснился кошмар. Давай, мы тебя помоем. Ты так вспотел? Да. Кейчи-кун, подними руки. Это был сон. Что за... Чего? Кейчи-кун, что за кошмар тебе приснился? Правда. Эй, Мион, щекотно. Но надо же вымыть. Правда, это был кошмар. Я уже... Что случилось? Я спрашиваю, что случилось? Скажи, Кейтиан, где твои родители? Странно, что они еще не вернулись, верно? Не может быть. Неужели вы... Что? Что ты хочешь сказать? Что это? Не утруждай себе. Разве доктор в клинике не сказал тебе этого, Кейчи-кун? Кейтиан, ты не забыл про Хаги? Если ты ошибаешься... Я же говорил о тебе о наказании.
Это был сон? Этот был худшим. Как жестоко, Аиш, Сэм. Да. Согласен. А где теперь Кейчи-кун? Вот как. Оиш-сан, нужно доставить его ко мне как можно скорее. Хорошо. Я знаю.
Слушаю, полиция Киномии. Майбара-сан. Майбара-сан. Майбара-сан, это ты? Где ты, Майбара-сан? Аяшира сама. Здесь. Что ты говоришь? Что-то об Аяшира сама? Майбара-сан. Майбара-сан, что происходит? За спиной. Аяшира-сама. Он здесь. Аяшира-сама. Здесь. Майбара-сан, что происходит? Майбара-сан, ты... Майбара-сан! Где ты? Где ты? Аяшира-сама! Майбара-сан! 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 Вот как. Теперь я понял. Аяшира-сама. Мне очень жаль. Майбара-сан! Майбара-сан! Это срочно. Можно воспользоваться твоей машиной? Идиот, говорю же, это срочно! Майбара-сан! Майбара! Сведения об убийстве девушек в деревне Хинамизавы. В первую очередь, подозреваемые Майба Кейчи, одноклассник Саназаки Мион и Рюгу Рены, нет никакой ясности в том, что произошло. По прошествии времени мы нашли нечто похожее на записки, написанные жертвой в доме Майбара.
Записки были написаны на нескольких листах и находились за часами. Одна из них, короткая, написана «Мион». Там же было найдено вот это. Другими словами, в комнате кто-то мог побывать до того, как пришли мы. А в другой записке говорится о причинах, похожих на правду. Я буду читать в точности, как написано. Я, Майбра Кейчи, стал целью. Что случилось? Как красиво! И правда. Конец первого фильма. Перевод на русский «Spirit of Night». Текст читал Анкорд. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт narutofilm.tv. 2009 год.
Аяширо-сама, мне жаль. В следующем фильме я собираюсь. Трагедия произойдет вновь. Когда плачут цикады, смотрите в 2009 году.